Электричка придет и уйдет, я останусь на несколько дней, чтобы время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей, чтобы время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей. Может, мне не хватает уже ее добрых и ласковых глаз, что поет у меня на душе. Может, ей не хватает сейчас, что поет у меня на душе. Может, ей не хватает сейчас. Музы хватит сидеть в заперти. Будем петь. Доброго времени суток. Хочу вам, мужчины, предоставить вот такой вот видосик посмотреть. Значит, я на поселке поставил Panasonic, это монитор. А моделька, парни, TN37PV5. Это чистый японец. Подключил к нему от магнитолы Panasonic такие вот колоночки маленькие. И идет звук с монитора на эту акустику. И параллельно подцепил, значит, это у меня Sony DVD-плеер, видеокассетный рекордер CLV-D990P. Вот, и подцепил усилитель Sony 550 модель. Вот, сейчас играет монитор с двумя колонками Panasonic. Вот, сделал запись на видеокассету VHS с вот этого телефончика, мужики. Вот VHS-ник. Давайте включим VHS-кассету. Так. Вот с этого телефона мужики записали. Звук обалденно идет, парни. И подцепил к этой всей системе цифровую приставку. Давайте мы ее сейчас активируем. Так. Вот уже музыка пошла. Что такое?
Обалденный парни, звук идет, я не знаю. На телефоне, наверное, не будет так слышно. Вот реклама пошла. Давайте еще раз покажу. Всем привет! Меня зовут Настя Негода. И это Мусгордвиж на Муз-ТВ. О самых ожидаемых концертах, фестивалях, кинопремьерах и других интересных способах отдохнуть с пользой. С нами вы точно ничего не пропустите. Поехали! Меня колбасит Евроденс, где можно будет тряхнуть сединой под хиты 80-х и 90-х. Кто из звездных гостей выступит на масштабной ретро-дискотеке и как отметит свой юбилей «Фабрика звезд»? Я открываю мир других мужчин. В каком южном городе будет зажигать Ольга Бузова? Пора заселяться. Все забронировал. Да я канал переключаю. Думаю, что такое? Понять не могу. Ладно, давайте отключим. Вот такой вот видос, мужики. Приобретайте комбо и усилитель Sony 550. Акустика у него была Sony. Тоже. Звучок обалденно идет, парни. Всем удачи. Не болейте, не хворайте. До свидания. Спасибо за просмотр.